грузинка учит грузинскому, чувствую себя неловко. Что это нам? Боже, нет! Try. Покакай. Покакай. Цхалчи. Я шла рисовать, оказалась в любимой кофейне, но жизнь преподнесла мне подарок. Ко мне подошла красавица-грузинка и заговорила. Сказала об красивейших и интересных местах Грузии. Оказалось, что она живет напротив. Панста из Кутаиси. Мне уже захотелось там побывать. Катрей Халфи, Геодевит, Хели Кули, Тамест, Уродца, Катрос, да Шейкла, Десилавезе. Раз Пуне Виткрак, Исе Халфи Цалиан, Агаста Кутаиват. Да, гело Дэвид Маклэд, дидис я пару лица. Девушка очень открытая и дружелюбная. Так приятно было получить столько тепла. Грузинский очень сложный. Не хватит, кутайся. Не хватит, кутайся, я...